Друзья, если вам нравится программа «Библия говорит» и вы получаете благословения и ответы на вопросы, я приглашаю вас поддержать это служение материально. Наша программа является частью медиаслужения «Слово благодать» и осуществляется небольшой группой посвященных людей, которые вкладывают в нее свое время, ресурсы и финансы. Сегодня нам как никогда нужна ваша помощь. Присоединяйтесь к нашей команде, став участником марафона в поддержку медиаслужения «Слово благодати». Способы нас поддержать указаны по ссылке под этим видео. Если каждый из вас пожертвует хоть $1, наша команда сможет продолжать свою работу в течение целого года. Спасибо вам, и да благословит вас Бог! Библия говорит. Алексей Алексеевич, Сергей из Казахстана спрашивает: Господь спасает человека просто так или по какой-то причине, ради чего-то? Например, этот человек нужен ему для его плана, и Бог дарует этому человеку веру и покаяние. По каким критериям Бог избирает людей? Это тайна. Мы не знаем, по каким критериям Бог избирает людей. Мы точно знаем, что Бог избирает. Мы точно знаем, что у Него есть такое очень важное качество или характеристика, или это даже больше, чем характеристика, это такое явление, мощнейшее явление во Вселенной, которое называется божественное провидение. Провидение – это Его совокупная картина всего, что будет происходить во Вселенной. И мы вообще часто можем наблюдать в своей жизни вот тонкость Божьего действия, как Он берет и сочетает самые разные обстоятельства, действия разных людей. Иногда это сотни факторов сходятся в одну точку и производят один какой-то результат. И вот в Божьем разуме, в Божьем плане, вот в этом и непостижимость богатства вообще Бога, Его личность, Его величие. В Божьем плане это все, это миллиарды, это триллионы, это неисчислимое количество многочисленных факторов, которые они одновременно разыгрываются в реальном времени. Бог вне времени. Для нас это как бы Бог предусмотрел, мы можем так думать, заранее посмотрел вперед и что-то там увидел. Вот. А Он вне времени, и для Него все эти триллионы вещей, они все в реальном времени, вот в этом богатство Его личности, как это реализуется все сразу. И поэтому мы можем видеть и точно быть уверенным в том, что у Бога есть цель, у Бога есть план для каждого человека. И у Бога есть план для всей земли, для всего творения, для всего этого гигантского проекта, который Он делает. Финальной целью, финальным результатом этого проекта является церковь, создание церкви Иисуса Христа. Теперь как каждый конкретный человек попадает туда, мы не знаем. Библия говорит в Второзаконии 29:29, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть многие вещи, которые просто Писание не объясняет нам. Но Писание объясняет нам другую сторону. Вот с нашей стороны Писание говорит: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ко мне обратитесь все концы земли, Бог через пророка Исаию говорит. Вот. Мы видим, что проповедь Евангелия по всему миру распространяется, для каждого человека звучит слово. То есть, когда мы смотрим на то, что Бог открывает нам и говорит: ты ответственный за то, что ты примешь или отвергнешь. Здесь очень много свидетельства через окружающую нас природу, через созданный Богом мир, о том, что Бог есть. И в Деянии апостолов 17 глава, проповедь Павла в Афинах, он говорит, чтобы они искали Бога. То есть Бог устроил мир так, чтобы мы искали Бога. И это уже достаточная причина
для того, чтобы заставить каждого человека искать Бога. И если он не делает этого, он несет за это ответственность. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, дорогие, оставайтесь с нами. В следующей программе мы поговорим о том, как прощать неверующих людей. На сегодня все. Храни вас Господь.